Всем огромнейший привет из солнечной Абхазии. Очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня классная, супер солнечная погода, плюс 20. И я нахожусь сейчас в Гаграх. Здесь очень-очень красиво. Хочу вам показать эту красоту за моей спиной. Колоннада знаменитая после ремонта. Море. Красивый фонтан. Обожаю эту страну. Маленькую, солнечную, зеленую, с ее гостеприимными жителями. Конечно, много я очень слышала историй о том, что здесь происходят не очень приятные вещи с туристами. Но на самом деле я ни разу с этим, слава богу, не сталкивалась и надеюсь не столкнусь. Хочется также дать информацию по поводу тестов на коронавирус. Их сдавать россиянам не нужно.